двора большой площади ханского дворца, в котором они располагают установление каких-то статуй животных. То есть все это требует собственного финансирования, и поэтому и президент Российской Федерации очень будет говорить об этом. Это то, что ему нужно говорить, чтобы партнеры Европы слышали о том, что как много в кавычках Россия делает для крыльев татар. Вот. И поэтому, конечно, это требует капитала, вот, чтобы с ними в итоге. Если, например, опять вернуться к теме этих статус, установление статус животных, то крымская татарская культура, она очень тесно переплетена с славской культурой, в которой совершенно невозможно исключить изображение животных, людей. То есть ваши мысли людей должны передаваться через орнамент. То есть в коем случае не через откровенное изображение там животных. Поэтому они пытаются установить там эти статусы. Поэтому или в планах, скажем так, умеют установить. Поэтому здесь речь не о количестве выделенных денег, а о количественных целях. Что добивается в данной ситуации Российской Федерации в Крыму в отношении крымских татар. А если мы берем этот фактор